Привет, друзья! Сегодня нас ждет увлекательная экскурсия по залам Царицынского Большого дворца. Сегодня мы увидим платье Екатерины Великой, костюмы архитекторов Царицына Василия Баженова и Матвея Казакова, а также посмотрим, как одевались дамы и господа в эпоху Екатерины II. Что ж, пойдемте. Перед нами в витрине располагается костюм архитектора Василия Баженова, первого архитектора Царицына, и мундирное платье Екатерины II. В эпоху правления Екатерины II было очень важно следовать определенному стилю и этикету. Обязательными элементами мужского костюма XVIII века была рубашка из тонкого белого льна или шелка с воротником жабо. На рукавах сменные манжеты из кружева. Поверх рубашки одевался камзол. Это такая куртка без рукавов. В начале века была эта куртка до колен, затем постепенно укорачивалась и к концу века превратилась в жилет. На камзол одевался кафтан. Это такая верхняя одежда с рукавами и длинными полами. Чаще всего черного, красного или синего цвета. Кафтан обычно носили расстегнутым. Кюлоты – короткие облегающие штаны с застежкой под коленом, обычно черного цвета или в цвет костюма. Обязательно были чулки белого цвета, туфли черного цвета с декоративными пряжками и небольшим каблучком. На голове полагался парик и шляпа. Рядом в витрине располагается мундирное платье Екатерины II по форме лейб-гвардии Преображенского полка. Это такая женская версия военной формы. Как вы видите, оно зеленого цвета с желтой окантовкой. Цвет выбран не случайно, он соответствует цвету мундиров именно этого воинского подразделения. Мундирное платье состоит из юбки, сверху что-то напоминающее камзол и верхнего распашного платья. Шились такие платья из шелка, а не из сукна. Крой рукавов, спинка и воротник напоминали мужскую форму. Отделка в военном стиле с форменным шитьем и пуговицами. Такой костюм был сшит в 1763 году. А перед нами в витрине реконструкция этого мундирного платья Екатерины. А сейчас мы переходим к следующей витрине, в которой можно увидеть костюм второго архитектора Матвея Казакова и русское придворное платье Екатерины II. Русское придворное платье означает особый регламентированный стиль одежды, которому должны были следовать аристократы и придворные при русском императорском дворце. Шел, жемчуг. Это я себе поставила. Серебряная нить, кружево, лента, всякие оборочки. Смотри, какие рукава. Красиво. Красиво очень. Все жемчугом, да? Все равно все уходят богатые, красивые, важные, счастливые. Женский костюм в XVIII веке должен обязательно состоять был из корсета в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинами, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре более изящной осанки и стройной талии. Вместе с корсетом одевали фижмы. Это такой каркас из пластин китового уса для придания пышности женской юбке. Поверх этого одевалось глухое платье, обычно белое, а сверху одевалось распашное платье, либо цветное однотонное, либо с цветочным рисунком. На голове обязательно должен быть парик, а в руках веер. Женские платья времен Екатерины II характеризовались пышной торжественностью. На платье уходило до 40 метров ткани, множество бантов, лент, декоративных элементов, украшений. Стиль Екатерины II подразумевал использование так называемого блондового кружева.
это тончайшая ажурная паутинка светлых тонов. Наибольшую популярность имели кружево золотого, серебряного и белого цвета. Нередко кружево украшали стеклярусом или белым шелком. Особым спросом пользовалось кружево русское, монастырское. Оценить красоту женского платья эпохи Екатерины Великой можно по картине Христенека, на котором изображена супруга адмирала Самуила Грейка, Сара Александровна. На этой женщине типичное платье екатерининской эпохи. Плотно затянутый корсет-корсаж с выраженной линией декольте. Посмотрите, какое богатое кружево и нарядный серебряный травчатый штоф. В моде тогда были сложные укладки с использованием шиньонов и различных декоративных элементов, перьев, цветов и лент. И на Саре Александровне мы тоже видим использование шиньонов и различных декоративных элементов, перьев. Чаще всего волосы, смотрите, как гладко зачесывали, демонстрируя при этом свой лоб. А сзади же разделялись на локоны волосы, завивались только в конце. Нередко дополняли прическу головными уборами в форме кокошника с вуалью. Как все-таки идет Саре Александровне этот наряд? И это платье, которое мы сейчас видим перед собой, именно показывает стиль той эпохи, в которой жила Екатерина II. Вот на этом и заканчивается наше очередное мини-путешествие по Большому дворцу в Царицыно. Сегодня с помощью картин и видеоряда мы смогли проследить модные тенденции мужских и женских костюмов XVIII века, а также увидели, как и одевалась сама Екатерина II. А в следующем ролике я вас приглашаю отправиться в Серебряную кладовую на экспозицию русского ювелирного искусства 17-20 веков и узнать много интересного о бытовых вещах, которыми пользовались в то время, такие как чернильные приборы, икорница, ювелирные украшения и многое-многое другое. Что ж, до встречи! До новой встречи, друзья! Пока!